А в Совете Федерации скандал. Людмила Нарусова призвала не слушать Мизулину и не обсуждать ее высказывания и инициативы. Речь шла об идее Мизулины внести изменения в Уголовный кодекс, ну, чтобы смягчить процедуру лишения родительских прав. Нарусова высказалась жестко, заявила, что только готовый законопроект будет обсуждать, а не, цитата, кукареканье Мизулиной. При этом сама Мизулина выпады коллеги комментировать отказалась. И отдельный законодательный акт России. Я оценочные суждения своих коллег никогда не комментирую, потому что это пусть будет на ее совести. Я думаю, что законопроекты она не читала.